Так, ну что, друзья, вот мы слили масло старое, уже опустили машину. И вот будем сегодня заливать вот такое масло. Производство фирмы Акрос Драйв 5W40. Вот такие допуски SNCF. Масло хорошее, синтетическое. Сейчас прям, чтобы вы, наши уважаемые зрители, видели, что это видео никакая не постановка. Мы не готовились к нему, поэтому таким все образом идет методом тыка. С этой стороны покажу, что мы заливаем масло Акрос. Вот такая заводская упаковка. И пошла вода горячая. Все, как вы уже видите, маслице заливается в мотор. С этой стороны сниму. Все отлично. Ну а сейчас я вам покажу, точнее скажу, сколько оно будет стоить. Замена масла бесплатная. Канистра вот такого масла Драйв 5W40 стоит 1300 рублей. Выбор очень большой. Вот серые банки фирмы Акрос, это масло более такое для эконом вариант как бы. А вот уже Рикс, это масло по французским технологиям сделано, оно уже считается премиальным, но тоже, чтобы вы понимали, что цены у него вполне адекватные для нашего рынка. Антифризы, все есть этого производства. Все, вот так у нас все происходит.